Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. Пешеходы традиционно рассматриваются как жертвы, вечно страдающие от водительского произвола. Впрочем, у водителей накопились свои претензии к бесколесным участникам транспортного движения. Так, управление ГИБДД Кызыла на постоянной основе проводит общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход на дорогах столицы». Это хороший повод напомнить всем участникам дорожного движения о правилах безопасности. Ведь традиционно при наезде на человека, шедшего по проезжей части, сразу обвиняют водителя. И это отчасти справедливо, ведь он управляет средством повышенной опасности и несет за это определенную ответственность. По сторонам мы смотрели? Да. Надо было вон через пешеходный переход. Ну хорошо. За переход дороги в неположенном месте сотрудники ГИБДД могут дать предупреждение или же оштрафовать пешеходов. Отметим, что за 9 месяцев текущего года в Туве около 1900 пешеходов нарушили правила. За 9 месяцев на территории города Кызыла зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий, в котором 19 человек погибло и 243 человека получили ранения. Из них 54% – это наезды на пешеходов. Зарегистрировано 101 такое данное происшествие, в ходе которого 12 человек погибло и ранено 103 участника дорожного движения. На пешеходных переходах зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий. Вне пешеходного перехода 62. В основном наезды совершаются вне зоны пешеходного перехода. Частыми являются случаи, когда гражданам не хочется искать ближайший переход, либо у них нет на это времени. В спешке они перебегают дорогу в максимально удобном месте перед близко идущим транспортом. На втором месте находятся ситуации, когда граждане перебегают через дорогу на красный свет. Еще один случай, когда в ходе ремонтных работ место расположения зебры рабочие обычно переносят, а люди по привычке продолжают ходить по прежнему месту, что бывает опасно. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах. Помните, что любая неосторожность и несоблюдение правил дорожного движения ведет к трагическим последствиям. Осторожными на дороге должны быть все участники движения. В каждом случае за нарушение правил виновный неминуемо понесет ответственность, вплоть до уголовного. И не стоит забывать, что пешеходам приходится отвечать собственным здоровьем, а иногда и жизнью. Стартовал всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России». До 27 октября участникам нужно описать лидерский опыт в анкете, пройти онлайн-тестирование, продемонстрировать интеллектуальные способности и управленческий потенциал. Отчеты с персональными рекомендациями по результатам теста будут отправлены всем кандидатам после обработки решений. В январе-феврале 2019 года сотни сильнейших управленцев соберутся в 8 федеральных округах узнать о мировых трендах управления на конференции, решения бизнес-кейсов и неформальной общение с ключевыми лидерами федерального округа. На этом этапе эксперты оценят компетенции и дадут рекомендации по дальнейшему развитию. 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены на финальный этап конкурса. Интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников. Работе над лидерскими навыками, оценку от коллег по команде и комплексная обратная связь от наставников проекта. Победители смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Участие в конкурсе бесплатное. Напомним, что в 2017 году в полуфинал конкурса вошел инспектор контрольно-счетной палаты города Кызыла Вячеслав Маламдай, который достойно представил нашу республику. Акваферма запущена на базе сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Далай». Они стали победителями конкурса Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона на предоставление государственной поддержки субъектам предпринимательства в сфере рыбоводства. Кооператив «Далай» представил на конкурс проект инкубирования икры сиговых видов рыб, выращивание стерлядей в установках с замкнутым водообменом на сумму 2,5 миллиона рублей.
Для выращивания товарной рыбы необходимы система замкнутого водообмена, бассейн перепродажной подготовки, гидроциклоны, система подогрева воды, ручная лаборатория, набор для запуска биофильтра и другая техника. В начале октября текущего года из Омского рыбохозяйственного завода «Бородино» доставлены водные биоресурсы. Это 500 мальков осетра, каждый весом от 50 до 70 грамм. Несмотря на то, что один цикл выращивания осетра может занять в среднем до 9 месяцев, бизнес считается рентабельным. Осетр относится к ценным видам рыб. В планах продажа свежей рыбы и переработанной продукции также кооператив «Далай» планирует закупать и выращивать рыбопосадочный биоматериал для дальнейшего зарыбления озер и рек Тувы. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 75 копеек, евро 76 рублей и 5 копеек. Автоорнунга чейлилер, арыртеке инелел, түрген болгаш ажыкты. Орынга справказы болгаш чажет комиссиялар чока. Тоши салдан үш и чүз тоз чедіму. Шубу купила, X-Ray получила. Шубу купить успей и выиграй «Ладу X-Ray». Приходите на выставку «Шубы на расхват». С 18 по 21 октября ЦУМ «Цокольный этаж». Встречайте! Стильная коллекция шуб от меховой компании «Герда». Город Киров. Вас ждут роскошные подарки. Приодеться тепло и модно – это просто. 21 и 22 октября – Центр русской культуры. 23 октября – поселок Ахем, Центр культуры. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители «Сахар». С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овиол. С 14 октября на территории заказника Кутинский в Пихемском районе в ходе проведения контрольно-рейдового мероприятия выявлен факт незаконной добычи двух особей косули сибирской и 77 хвостов линка, запретного для добычи на территории республики вида водных биоресурсов. Четырьмя гражданами, являющимися жителями города Абакан, Республики Хакасия. В связи с наличием признаков преступления была вызвана следственная оперативная группа, которая по приезду на место происшествия произвела изъятие продукции незаконной охоты и незаконного рыболовства. Лица, находящиеся в автомашине УАЗ «Патриот», в которой осуществлялась транспортировка незаконной продукции, были доставлены в пункт полиции города Турана для дальнейшего разбирательства. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам и водным биоресурсам незаконной добычи двух особей косули сибирской и 77 хвостов линка, который будет взыскан с данных граждан, составляет около 420 тысяч рублей. Сорока 44-летний военнослужащий регионального управления Росгвардии Валерий Кириллов вот уже второй раз за этот год сдает кровь. Сегодня он передаст 450 миллилитров своей третьей положительной донорской крови, точнее плазмы. Ну, это будет очень хорошо, если кому-то пригодится. Раньше части сдавали, ну, а тут получается сейчас пореже, ну, сдаем. Всего врачи республиканской станции переливания крови планируют сегодня обслужить около 50 военнослужащих. Как говорит врач республиканской станции переливания крови Айонмам Гадыр, практика сотрудничества с организациями и ведомствами республики медучреждение идет давно и имеет свои плюсы. Вообще с появлением программы о донорстве, да, федеральной программы, оснащение у нас очень хорошее. Вот видите, такая хорошая машина даже у нас есть. И поэтому вообще с запасами стало очень хорошо обстоят дела, потому что у нас есть целый склад, там, где мы замораживаем и храним до 3 лет свежезамороженную плазму. И у нас есть даже возможность заморозить. Раньше даже такого не было, что мы замораживаем эритроцитарную массу, то есть красную кровь редкой группы крови. То есть самая редчайшая группа крови, 4-я РИС-положительная, мы кровь таких доноров и других даже отрицательных рис-факторов кровь мы храним до 10 лет. Через несколько дней мобильная станция переливания крови поедет к сотрудникам республиканской больницы номер 1. Стоит отметить, что Валерию Кириллову и всем, кто сдал донорскую кровь, полагается бесплатный обед и предоставление одного отгула.
Общероссийский народный фронт запускает ежегодную всероссийскую акцию «Дорога в школу», в ходе которой активисты ООН во всех регионах страны проверят состояние улично-дорожной сети вблизи школ, в том числе и освещенность проезжей части на пешеходных переходах и остановках. Для детей также пройдут внеклассные занятия, на которых сотрудники ГИБДД расскажут о безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге. Для того, чтобы узнать, проходят ли дети через аварийно опасный участок дороги, где наиболее часто проходит ДТП, школьникам предложат составить свой маршрут по дороге в школу. Активисты ОНФ не только проверят состояние дорог у школ, но и совместно с ГИБДД организуют занятия по безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге. По итогам выездов в неосвещенные районы в администрации муниципалитета будут направлены обращения с просьбой проконтролировать своевременное включение света с наступлением темноты, а также обустроить освещение в тех местах, где оно отсутствует. Кроме того, ОНФ направит в администрации перечень рекомендаций по улучшению безопасности дорожного движения около общеобразовательных организаций. Акция с говорящим названием сегодня прошла в Кызыле. Своеобразный призыв «Своди бабушку в кино» есть имя проекта, который вот уже второй раз проходит в кинотеатре «Найрал». Так, в рамках акции бабушкам и дедушкам бесплатно показали фильм Алексея Пиманова «Овечка Доли», который отражает проблемы отцов и детей. Как говорит Марьяна Маврина, проект «Своди бабушку» носит очень важную миссию. Цель заключается в том, чтобы уделить внимание и наше время, это то, что самое драгоценное у нас есть, нашим бабушкам и дедушкам, не только нашим родным, но и бабушкам и дедушкам, которые вообще есть одинокие у нас в республике. То есть это некое доброе отношение к нашим пожилым людям, то есть это пример для наших детей, это показать пожилым людям то, что они для нас дороги, то, что нам важна их мудрость и их знания. Безусловно, сегодняшний киносеанс для пожилых зрителей – это нечто большее, чем просто поход в кино, как говорят сами бабушки и дедушки. Многие из них не были в кинотеатре много лет. 61-летняя Полина Мангуш считает, что у подобных социальных проектов есть будущее, пока у молодого поколения, к сожалению, есть пробелы в чуткости и уважении. А я думаю, что молодые наши поколения, чтоб признали, что есть бабушки, дедушки, пожилые люди, они чтоб были с уважением для родителей, старших пожилых людей. Не так уж они, пожилых людей, или уважение, или неуважение не видно, что вот зайдешь газель, да? Все сидят, только школьники встают и заставляют их вставать, и этот человек пришел, а сам сидит. Сегодня всего на бесплатный киносеанс пришли около 100 бабушек и дедушек. Кого-то пригласили внуки, а кто-то пришел по приглашению Совета ветеранов столицы. В свою очередь, как сообщили организаторы, проект «Своди бабушку в кино» и показ фильма перекочуют в дома ветеранов и социальные учреждения республики. Совсем недавно состоялось открытие нового магазина «Горо» по адресу Республика Хакасия, город Абакан, улица Некрасова, 45. Неудивительно, ведь компания «Горо» работает на рынке инструмента и оборудования с 1992 года и является дилером официальных представителей мировых торговых марок. У нас магазин открылся месяц назад, и у нас большой ассортимент автосервисного и гаражного оборудования. Также в магазине представлен большой ассортимент компрессорного, подъемного, моечного, сварочного и диагностического оборудования. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты подкачки шин, груза, заплатки и пластыря. Вы всегда сможете выбрать подходящий товар, а при возникновении вопросов получить профессиональную консультацию. В ГАРО есть все. ГАРО. Некрасова, 45. Телефон 32 22 15. Найти в городе приз – задача не из легких, но не для слушателей радио «Голос Азии». Сегодня днем ведущие вновь загадали загадку, в которой зашифровали одно из мест города. Именно там победителя ждал оператор с кодовой фразой. Кстати, условия квеста усложнились, и теперь победителям сначала нужно добраться в кафе «Сушимен», чтобы знать эту фразу. Узнаем, что было сегодня.
этому городу нужен герой, который он заслуживает. Напомним, что «Сушимен» – это доставка суши, пиццы и горячих блюд по демократичным ценам. Заказывая у них, вы получаете отличный сервис, качественную еду, быструю доставку, скидки и бонусы. «Сушимен» – еда, приготовленная с любовью. Последние дни акции «Заправляйся на радио» с АЗС «Продукт» и последняя возможность получить 10 литров бесплатного бензина. Акция завершится 19 октября, и сразу после ее участники приступят к розыгрышу 30, 70 и 100 литров бензина. Если у вас есть фирменная наклейка «Радио Голос Азии», то вы еще успеете забрать свой приз. Главное – внимательно слушать радио на 102,5 FM и вовремя поймать условный сигнал. А пока мы узнаем, кто залил бесплатный бензин сегодня. «Заправляйся на Голос Азии». Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда – компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Каждый новый займ – больше предыдущего. И каждый последующий займ – еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В течение суток местами по республике Тува ожидается усиление юго-западного ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью в горах мокрый снег, местами гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадка. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1, +1, днем 16-18 градусов выше нуля. В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читайте. Глава Тувы остался недоволен отношением к семье погибшего участкового Чаяна Синдиола. Он лично вручил вдове высшую награду республики Орден Республики Тыва. Награжден посмертно. В Туве по решению судов закрывают пивные бары. Какова судьба Тувинской республики? Юные КВНщики из Тувы в очередной раз привезли победу. Поздравляем! Заправляйся на радио победителя за неделю. Радио «Голос Азии» начинает большую игру в рамках города. Кто потерял остановку и еще много интересного. А также тибетский календарь, погода сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.